Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Говна Атом Ролиплей. Даже забыл это название ебаное этого проекта. Спасибо подписчику, который предоставил мне аккаунт. Сегодня мы, как вы поняли по названию ролика, будем сливать девятку ППС. Это будет весело, потому что у нас есть тайзер, у нас есть госволна, у нас есть звезды выдавать можно, поэтому будет довольно-таки весело, но проблема в том, что, во-первых, админ в сети, этот админ также лидер, получается, да? Смотрите, сколько девяток просто, боже мой. Ромео. Ну, короче, будет весело, пацаны, не переживайте. Так, берем броньку, берем пушку какую-то, давай, бери пушку, пожалуйста. Так, М-ку берем, берем М-ку, еще берем М-ку. И еще берем М-ку. Сегодня у нас будет сливчик такой интересненький. Спасибо подписчику большое. Так. А то я пробовал, блин, с этого аккаунта. Здесь если ставить защитный ключ такой, то другой никто не сможет зайти даже с вашего аккаунта. Поэтому я бы еще вчера снял этот видос бы. Даже позавчера, наверное. Так, и дубинку возьмем. Все, можно идти. Бать, мы тут такой... Блять. Понаставляю всяких хуйнишков, фу, блин. Так, выходи на улицу, давай. Все, погнали. Погнали, возьмем какой-то транспорт и будем сегодня там тайзер и так далее водить. Так, и что-то побыстрее, чем это корыто. Я думаю, мы возьмем мотоцикл просто и будем на нем ездить. Просто будем ездить на мотоцикле. И ловить преступников. Так. Вон чувак появился какой-то. Вот еще Геннадий. Какой-то Геннадий. Какой-то Марк Боссов. Как там? Wanted. Так. Давайте посмотрим. МН. МН. Команда Ширера. Организация. Так. Куф. Куф-куф-куф. Как розыск дать? Розыск дать. Принятие. Так. Фонарик. Подать розыск. Су. Так, у него там иди. Су, да? Су. Тебе в рот на су. Так. У него там иди. Су 98. Так, СУ 98. Причина. Какая причина может быть? Не установка. Данный игрок полицейский, агент военный. Понятно. Так, ну окей, будем сейчас искать людей и просто их связывать даже. Я думаю, будет нормально. Связать просто игроков. Вон кто-то там заспавнился, сейчас мы его свяжем. Сейчас он заспавнится или заспавнилась. Так, Куф 91. Так, Су 91. Неадекватность. Есть. Так, теперь можем ее куф. Все. Погнали дальше. Так, еще сесть не могу. Должен находиться возле своего транспорта. Ну вот так. Я сесть не могу на свой транспорт. Лол. Ладно, погнали дальше. Здравия желаю, бойцы. Сейчас мы можем уволить еще пару людей, я думаю. Будет вообще заебись. Еще посмотреть, админ в АФК или нет. Финт. Так.
Ромео. Так, 94-й. Гоша. 94-й, 103-й, да? 94-й, 103-й. Сейчас будем сливать, короче. Вот чувака хотел, но данный игрок агент военный, поэтому его нельзя связывать. К сожалению. Господи, ебать там... Геннадию вообще плохо, я вижу. Реально, Геннадию вообще плохо. Ладно, давайте сделаем слив уже. Сейчас сколько людей? 26 людей на сервере. Давайте кого-то свяжем, не знаю кого. Возьмем, короче, четырку. Еще не могу взять ее. Я не могу брать вообще никакой транспорт какого-то хрена. Вообще непонятно, ну ладно. Где Артур? Без понятия. Так. Куф. Что? Игрок не находится в розыске. Так, Су. Прикольно. Так, давайте уволим, короче, чуваков. 103-й, да? Так, финт. Так, Геннадия мы не сможем. Гошу мы не сможем уволить. Геннадия сможем, Гошу нет. Так. Ун. Ун ин. Инвайт. Так, Гошу мы не сможем. Неадекват. И какой там еще был? 103-й, да? 103-й. И включаю наш бин для слива. По идее, да? Ты чё? Ты чё такой... Такой неадекватный? Адекватный. Чё такой неадекватный? Чувака тупо уволил. Кто я? Я тоже полковник. Я тоже полковник. Сек. Так, продолжаем, короче. Финт. Так, у нас есть. Давайте посмотрим. Итак, Марк. Марк. Геннадий. Так, Марк. Су. 100. Стрельба. Стрельба. Давайте дадим ему стрельба. Так. Куф. Что? Ой, как это прикольно просто. Просто замечательно. Так, заебись. Просто какой бред. Смотрите, блин. Вот это я понимаю слив. Просто. Так, давайте его убьем. Чего не умирает вообще? Мне интересно. Умер, все. Так, вон еще чувак бежит. И админы тупо не укупают, что происходит вообще. Лол. Так, Геннадий. Финт.
Геннадий на 100. Геннадий, так. Ун, инвайт. 94. Неадекват. Все, чувака уволил из организации. Лол. Это, конечно, сильно. Так, давайте еще кого-то, если мы успеем, конечно. Я просто хотел еще бинда включить. Настой, Рома. Рома, Рома, Роман. Так, давайте Романа сейчас словим. Так. Су. О, какой-то Гоша ты пехнулся. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте зайдем сюда, попробуем зайти. Так. Су 99. Чина стрельба. Так, куф 99. Просто его убьем. Все. Ебать, это изи слив просто. Так, нас спалили, короче. Короче, включаем бинт, я так понимаю. Так, надо бинт включать. Все, слив пошел. Все, на. Варни, короче, выдали. Не, ну это был веселый слив, докажите, это было круто. Это было круто вообще. Вообще, реально, это было круто. Тупо сливчик такой сделали. Вот у кого есть еще девятки ППС, пацаны, пишите мне в комментариях, или у кого есть аккаунты лидера вообще ППС. Вот девятка и лидерка ППС, пацаны, это реально кайф. Вот я реально досадился этим, потому что сливать именно девятку ППС, это было охуенно, пацаны. Лучше, чем админку, на самом деле. Ладно, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.